Так, а ну-ка, столкновение пошло. Да ты мой хороший красавчик. А тот, смотри, спрятался, да? Думает, я его не найду. О, он потравился по моим этим бутылочкам. Да, Барли, вообще красавчик. Слушай, вообще молодец. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята. Вы на канале Дуда Плей. И мы продолжаем играть в игру Бравл Старс. И сейчас я пойду, зайду в чистокол, в одиночное столкновение. И потом буду открывать сундучки. Так, идем, играем. Одиночное столкновение, бой, каждый сам за себя, это понятно все. Открываем сундучки, вот здесь я вижу сундук. Так, Нита идет, зачем вот ты туда идешь, а, Нита? Вот оно тебе надо. Смотри, как получается, я стреляю в сундук. А там потом идет отражение в ту сторону. А, смотри, Нита идет сюда. Так, давай быстренько я открываю, забираю. Иди нафиг. Смотри, какая хитрая. Ага, промахнулась. Ты промахнулась. Ох ты. Да она хитрая. Так, я сейчас быстренько здесь пройду. А, здесь отравление, ё-моё. Всё. Да, я тебя сейчас буду бить, гадина. Смотри, что она сделала. Сейчас последим за этой Нитой. Чара, как это написано, Ричара. Посмотрим тактику ее войны. Она выпустила медведя, какая она хитрая. Пошла, забрала бочки. И не дошла. Прикинь, она просто умерла. Она, оказывается, была глупа. Меня убил глупый игрок. А, подожди. Я должен открыть сундук. Открываем сундучок, ребята. Так, смотрим. Пожалуйста, выпади мне какой-нибудь легендарный боец. Давай, пожалуйста. Монеты. Очки силы Нита. Очки силы Кольт. Ладно. Играем снова и потом еще раз откроем сундук. Ага, нифига себе. Что происходит, а, ребята, что происходит? Мне нужно выигрывать. О, я вижу сундук. Я вижу сундук, надеюсь, никто до него не пойдет. А, ну подожди. Смотри, у него какое интересное оружие. Оно стреляет и идет в следующий куда-то, в какое-то место. Интересно. О-о-о-о-о, смотри, там сейчас этот появится. Как его? Робот? Нет, он мне не нужен. Давай последим просто, куда робот пойдет. Так, ждем, пока наполнится. Еще раз стреляем. Забираем бочку, и робот идет ко мне. Какой ты молодец, а почему я тебе так нравлюсь? Почему ты ко мне постоянно привязываешься, скажи мне? Вот иди лучше вон до кого-нибудь другого. Вон, действительно, туда иди. Вот. Молодец. Молодец. Все. Оп, я забрал. И я сейчас еще одну заберу. Спасибо. Ух ты. Так, быстро, быстро налево. Забираем эти бочонки. Бегом, пожалуйста, бегом. Так, здесь я взял бочонки. Здесь я взял. Все. Иду сюда в кусты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас. О, я сейчас потравлюсь. Этот гад идет за мной. Да чем я тебе? Чем я тебе нафиг нужен? Иди до кого-нибудь другого. Вон. До этого докопайся. Так, быстренько. Все. Хорошо. Я победил. Сейчас я его убью. Все, готово. Ребята, это было легко и просто. Знаешь почему? Потому что нужно быть хитрым. Надо быть хитрым. Получил я жетончики. И откроем наш сундучок. Давай. Надеюсь, сейчас мне откроется какой-нибудь легендарный боец. Yes, ребята! Барли открылся мне. Редкий Барли. Редкий второй из четырех бойцов. Барли атакует, швыряя во врага бутылку. Урон наносится брызгами. Его супер шквал бутылок, наполненных зажигательной смесью. Это такой вот Барли. Спасибочки. И спасибо за Барли. Сейчас мы будем играть Барли. Да, пробуем. А, смотри, можно испытать. Давай его попробуем испытать, Барли. А, вот смотри, какое задание. Тренировочная пещера. Ну, давайте немножко потренируемся. А, вон как он играет. Он просто бросает бутылочки с зажигательной смесью. А ну-ка, давай попробуем супер. Вау, нормально, смотри. Вот, и еще вот эти штуки, они отравляют бойцов. О, видишь?
Мы просто кидаем, а они потом еще и травятся. О, все готово. Идем дальше, смотрим. Вот, смотри, еще боец какой мощный стоит, смотри. Хоп-хоп-хоп, кидаем, кидаем. А я хочу на маленьких попробовать. А, вот как выбирать, смотри, можно. Мы разбрасываем, все, и они травятся. Интересно. И также на этого могу, смотри, опа. Все. Ой, да вообще замечательно, смотри, видишь, как хоп. Потом вот так вот хоп. А на вот этих всех вот так вот хоп. Во, нормально, смотри, вообще. Да. Прикольный боец, мне нравится. Как бы он сам не отравляется, а тут этих всех вещей нет. Нормально. Видишь? Ему ничего не делается. Хорошо. Прям замечательно, смотри. Опа, вот так вот. И все потравились. Понятно, как он работает. Все хорошо. Барли. Ты мне нравишься, слушай, Барли. Давайте выберу. И будем играть. Да-да-да. Поиграем с Барли. Интересно, у него супер. А, где бочонки? А вот бочонок, смотри. Эй, что такое? Подожди. Эй, в смысле, какой интернет? Алло. Что-то там Wi-Fi было зачеркнуто. И зачем? Какая-то была неполадка со связью, поэтому меня убил вот этот чувак. Ю-Ваю какой-то. И кореец какой-то. Ну уж давай посмотрим. Он забрал мою бочку и пошел куда-то. Разбивает сундучки. Да, он забирает. Да, меня быстро, конечно, вынесли, к сожалению. Давайте играем за этого героя. Ай-яй-яй, аккуратненько, давай-давай-давай. Все. Смотри, этот бизон куда-то убежал. Почему он не стал с ним драться, а? Бул. Это Бул же был? Так, смотри. Появился этот самый, как его, робот. А, он его уничтожает. Да, ты зачем его бьешь? Он же тебя сейчас убьет. Да, тоже, тоже достаточно-таки глупый, глупый был боец. А, следующее. Как ее зовут? Шелли. Да, Шелли. А Шелли молодец, смотри, как выбивает. Да ты не убивай этого, как его, он за тебя может играть, понимаешь? Шелли, ты что творишь? Он может играть за тебя. Ну и кто будет поднимать бочонки? Смотри, Шелли не торопится бочонки поднимать, знаешь почему? Потому что у него здоровья было мало. Да, интересно, интересно. Давай, Барли. Еще раз поиграем с тобой. Угу. Давай, Барли. Но он у меня не прокачанный, я только-только его открыл. Поэтому достаточно слабый будет. Но мне нравится, что он вот так бросает бутылочки. В смысле? На, получи. На. Во, поняла? Будешь ходить за мной. Поняла? Так, ё-моё, иди нафиг отсюда. Вот, вот как называется. Это называется... Непростой у меня игрок все-таки. Видишь, как он может делать? Ух ты, зачем я бросил здесь? Нечаянно. О, смотри, да у него он еще и кидать может далеко. Нормально, да? О! Нормально, нормально. Так, а ну-ка. Сейчас соберем все бочоночки. Так, а ну-ка, столкновение пошло. Да ты мой хороший красавчик. А тот, смотри, спрятался, да? Думает, я его не найду. О, он потравился по моим этим бутылочкам. Да, Барли, вообще красавчик. Слушай, вообще молодец ты. 10 трофеев мне выбил. Вообще красавчик. Молодец. Здорово вообще. Офигенная игрушка. Мне очень нравится, ребята. Напишите, нравится ли вам эта игра. И мы сейчас зайдем, посмотрим, что у нас здесь. А у нас здесь есть вот что. Очки. Очки силы. Конечно же, я дам их Барли своему. Очки силы получит Барли. Подтвердить выбор? Да. Барли получил у нас очки. Хорошо. Разблокировано улучшение.
Ага, хорошо. И следующий у меня будет новый рубеж, это большой ящик. А что у меня тут еще будет? Ящик, командные события. Так, а приглашение в команду принять, отклонить. Ну, давай попробуем принять. А, вон оно как, Илья. А, мы будем сейчас с ним играть. Давай, готово. А, не хватает билетов. А, у меня билетов не хватает, мясорубку. А, подожди. А, давайте напишем чат. Так сказать, чат. А, давай напишем Илье что-нибудь, что у меня не хватает. Не хватает. Давай. Не хватает. Не хватает билетов. Не хватает билетов. Билетов. А, не хватает билетов. Ага, не хватает билетов. А, в смысле? Вот, парное столкновение. Да, готово. Продолжить. Давай поиграем в парное столкновение частоком. Хорошо, Илья, сейчас будем играть с Ильей. Вот, парное столкновение. Играем. Все команды против друг друга. Хорошо. Так, вот у нас команда Илья. Ух ты, Илья прокачанный. Достаточно хорошо. Так, берем вот эту штуку. Смотри, и она еще уменьшается, прикинь. То бишь, я отравление делаю, и вот эта штука, пока у меня действует, она еще отравляет даже бочку, прикинь. Офигенная, слушай, у него оружие. Это просто Барли вообще молодец. Так, ё-моё, что творится? Давай, я тебе помогу. Тихо. На тебе, гад. Сейчас я его убью нафиг. Есть, готов. Так, все, давай, собирай бочки. Молодец, Илья, молодец, так и надо. Собрал все бочки, какой же ты молодец. Так, давай, кидаю этому чуваку. А, их там двое, давай. Есть, выиграли. Круто, молодцы мы, да. Прям супер. Супер, молодцы. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч!